12 декабри соли 2023 дар шаҳри Боткандии Ҷумҳурии Қирғизистон мулоқоти ҳамраисони ҳайатҳои ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба муайянкунӣ ва аломатгузории сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Ташиев баргузор гардид. Зимни мулоқот роҳбарон натиҷаҳои фаъолияти гурӯҳҳои кории топографӣ ва ҳуқуқии ҳайатҳои ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистонро оид ба муайянкунӣ ва аломатгузории сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон дар соли 2023 баррасӣ намуда, доир ба пурзур намудани корҳо оид ба анҷом додани таъини хати гузаргоҳи лоиҳавии сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон дар қитъаҳои боқимонда супоришҳои мушаххас доданд. Мулоқот дар фазои дӯстона ва ҳусни тафоҳум баргузор гардид. Сегодня в городе Баткене, Баткенской области Кыргызской республики мы провели работу двухсторонней комиссии, обсудили жизненно важные проблемы. Мы еще раз подчеркнули и убедились в том, что между двумя государствами имеется общий интерес, общие цели, следовательно, и общие дела. Логический вывод в этом отношении заключается в интересах наших народов. Это безопасность и социально-экономического развития наших государств. Сегодня была проделана достаточно огромная работа. Мы продвинулись на более 120 километров, согласовали эти вопросы принципиально. Если брать от общей протяженности государственной границы между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой, я могу, и господин Камчыбек Эдишаевич может подтвердить в том плане, что уже более 90% государственной границы описаны. Мы действительно ближе к решению этих вопросов. Комиссия к решению основных вопросов относится исключительно ответственно. Они выполняют точные указания глав наших государств, выражающие волю наших народов. Я благодарю обоих комиссий за успешно проведенную работу. Спасибо. Я подтверждаю слова уважаемого Саима Сатаровича по сегодняшней работе наших рабочих комиссий. В основном мы согласовали по всей протяженности нашей госграницы более 90%. Я думаю, те согласованные участки в скором времени опишутся. И у нас останется несколько участков, которых также мы в скором времени, даст Бог, совершим. Это какие участки? Это участки, начиная от Кайрагача, Колумду, Максат, Арка, Арка-1, Арка-2, Джанаджер и до Джигдалика. Мы завершили полностью рабочей группы согласования. Кроме того, мы согласовали по Карабаку, Ляккону до стыка точка трех государств. То есть таким образом мы в данный момент почти что завершили все спорные какие вопросы, и даст Бог, следующий, всего осталось несколько встреч, чтобы завершить окончательно всю госграницу. Я благодарю всех составов рабочей комиссии обоих государств, в том числе уважаемого Саима Сатаровича, что совместно мы провели сегодня очень хорошую работу. Спасибо.